Видеоэкраны на площади Пушкина и площади Революции в скором времени демонтируют. Одна из причин – жалобы водителей на большую красочную картинку, отвлекающую внимание от движения, особенно в темное время суток. Городская администрация приняла решение не продлевать договор с компанией-установщиком еще в мае прошлого года, но массивные конструкции так и не были убраны. Тогда чиновники обратились в суд, и их иск был удовлетворен. Владельцы экранов обжаловали судебное решение, но безрезультатно. Апелляционная инстанция оставила прежнее решение суда в силе и обязала компанию-установщика ликвидировать видеоэкраны. По неподтвержденным данным, убирать конструкции придется судебным приставам, так как фирма-установщик больше не существует. На данный момент экраны не работают.